холст, баннер, вместо кисточек собственное тело. Исполнять хип-хоп Руслану Куликову не впервой. За плечами огромный опыт и собственная школа танца. Быть при этом еще и художником не приходилось. Показать, что в движении рождаются произведения искусства, удалось. Благодаря 4 литрам водоэмульсионки, сухим акриловым краскам 4 цветов и тренировкам. Мы приезжали на стройки, пока никого нет на стройках. Мы такие расстелили баннер, принесли краску и начинали танцевать. И самое сложное это было, когда ты приходишь домой и начинаешь смывать себе краску. Но чем не пожертвуешь ради искусства. Ничем не пришлось жертвовать Павлу Бушуеву. Музыкант по профессии воплотил давнюю мечту. Написал картину красками из баллончика. Несмотря на отсутствие дара, как у Пикассо. Давненько уже хотелось что-то нарисовать подобное, хотя рисовать не умею просто априори. И при помощи баллончика решил что-нибудь придумать. Так как мне товарищ мой помог, подсказал, как что сделать. Ну, я думаю, будет очень интересно и красиво. И еще одна картина появится дома. Готовы выиграть? Да. Я не слышал. Готовы играть? Да! Молодцы. А это уже зона милитари для тех, кто любит пострелять. На площадке почти в 200 квадратов любой желающий от 6 лет мог поиграть в лазертаг. Мы, конечно, нацелены на детей, чтобы их растить и вырастить настоящих мужчин, чтобы они уже были подготовлены, конечно, к армии. А убрать в сторону компьютер, да, и больше заниматься физически, чтобы они были подготовлены духовно, морально. Девушки не исключение, они также играют, они даже играют лучше, чем парни. Если это дети маленькие, бывает, что мальчики расстраиваются, начинают плакать, они, девочки не плачут. 7-летний Максим Николаев признался, за всю жизнь слезинки не проронил. Очень хочет родине служить. Раньше держал в руках разве что пистолет с присосками. А тут целая выставка настоящего оружия полицейских. Вот, одна снайперка, она была тяжелая, но она была прикольная. Еще и с глушителем. Еще я подержал в виде УЗИ. И еще одну УЗИ, но только похожую, сливающую, как УЗИ, и пистолеты. Вместе с Максимом отпраздновать День молодежи на главную городскую площадь пришли около 200 человек. Начавшегося дождя не испугалась половина. Наталья Бернацкая, Анжелика Павлова, Андрей Белый. Программа «Город».